Мы начинаем наш урок сегодня с любимых вами волн и планочек. Мы встаем на колени таким образом, чтобы было побольше расстояния между руками и ногами. И мы подвигаемся немножко за головой. Выдох, вдох, вперед. Выдох, сгибаемся, уходим назад за головой. Вдох, вперед, запускаем в движение наш позвоночник. И обратно. Таз подкрутили на себя, подтянули тазовое дно, прогнулись, ушли назад. Выдох от таза, от живота подтянули, ушли назад. И еще вверх, назад, вверх, назад. Остались здесь же, руки поставили чуть-чуть пошире. Колени остались на расстоянии тазобедренных суставов, то есть примерно два кулачка между коленями у вас. И из этого положения мы сейчас выравниваемся от макушки до копчика в одну прямую линию и начинаем выходить в полупланку. Помните, мы с вами уже делали это движение. Руками растягиваем коврик за головой, подтянулись вперед, выдох и вдох, ушли обратно. Руками как будто растягиваем коврик вправо-влево. Мы стараемся не потерять эту прямую линию позвоночника в момент движения. Выдохом как будто раскрываем переднюю поверхность бедер, таз немножко на себя подкручиваем, лобковую кость тянем немного к ребрам, тазовое дно слегка активно, но сам таз не подкручивается, он остается в такой нейтральной позиции. Выдох. И останемся там, где вы чувствуете работу живота, где вы не чувствуете поясницы, и у вас комфортное положение во всем позвоночнике. Из этого положения мы будем с вами вращать тазом по спирали, как будто вправо-влево, выдох в одну, в другую. Нет задачи здесь делать большую амплитуду, задача подвигаться в той амплитуде, где вы чувствуете работу мышц. Напоминаю, если устают руки, вы можете опуститься на локти, либо встать, там, не знаю, например, на кровать, упереться на диван, на что-то повыше, тоже на локтях. Выдох, выдох, крутим тазом, стараясь не ронять таз вниз. Находим свою амплитуду, где вы будете чувствовать работу пресса. Два, один, ушли назад. Чуть-чуть расслабились, можно дать возможность рукам подвигаться немножко компенсаторно в других направлениях. И снова встали, в ту же позицию на выдохе в полупланку вытягиваемся, и из этого положения будем таз смещать параллельно полу вправо-влево, уже без вращения позвоночника, просто смещаемся, вес переносим как будто на правую руку, на левую, всем телом переходим, то на правую, то на левую сторону. Направо, налево, не теряя поясницу, то есть вот так быть не должно. Мы наоборот стараемся ее упластить за счет подтягивания мышц живота, то есть ваш живот в нижней части должен быть особенно активным. 3, 2, 1, и ушли назад, провалились. Сделаем здесь с вами еще сейчас наше любимое дыхание. Когда вы дышите, активно сжимая тазовое дно и сжимая мышцы пресса, я покажу вот в этой позиции, чтобы было видно, вы на выдохе, но сейчас будем дышать намного быстрее, нам нужно сделать 30 дыхательных циклов таких. И еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фу, отлично. Почувствовали хороший тонус и ложимся на спину. Берем мяч между коленей, зажимаем его, руки кладем в стороны, стопы приподнимаем чуть наверх. И смотрите, чем ближе колени будут к вам, тем меньше шансов, что напряжется поясница. Чем дальше колени от вас, тем больше включается пресс, естественно, ну и нагрузка на поясницу может возрастать. Поэтому выберите сейчас комфортное положение в своих коленях. Мы подвигаемся с вами из стороны в сторону, подвигаемся в любимом упражнении многими, side to side, когда мы закручиваемся позвонок за позвонком в одну сторону и также позвонок за позвонком в другую сторону, удерживая при этом мяч. Мячик между коленей, он не дает возможности ногам съезжать
в неправильное, в ненужное нам направление. Ушли в сторону и вернулись. Первые разы мы просто двигаемся в стороны, не задумываясь о том, как мы возвращаемся, за счет чего мы туда уходим. Мы работаем над мобилизацией, и нам просто хорошо и приятно. Можно задержаться там, где особенно приятно, побыть несколько в этой зоне. И теперь мы начнем двигаться то тем же самым движением, но опускаясь вниз, мы стараемся надавить левой рукой. Мы ноги поворачиваем влево и сильно давим левой рукой. Почувствуйте, что ваша внутренняя поверхность у левой ноги включилась и живот включился. Я не опускаю до конца ноги, я опустила туда, где я еще могу оставить лопатку на месте. Теперь начинаем прижимать поясницу вниз через работу пресса и только потом возвращаться в другую сторону. Я правой рукой начинаю давить и поворачивать ноги вправо, увожу в сторону себя, ощущаю, насколько сильно у меня включилась внутренняя поверхность бедра и живот. И я отталкиваюсь правой рукой и возвращаюсь. Продолжаем. Левая рука. Вы будете сползать немного вниз по коврику, поэтому постоянно переставляйте руки, чтобы они в итоге у вас не оказались на ушах там. И выдохом давим левой рукой, подтягиваем прессик, возвращаемся. Это упражнение очень хорошо дает нам возможность растянуть поясницу с одной стороны, но с другой стороны сразу же научить другие мышцы, мышцы живота, управлять поясничным отделом. То есть это такое, не только забрал печеньку, но и дал новую конфетку вместо этого. И еще раз, не только как там кнутом лечим, да, но еще и пряником в одну и в другую сторону. Прекрасно. Останемся здесь, ноги останутся на полу, мячик также держим коленями, можно его переложить, если он съехал. И мы начинаем стопами, как будто коленями сжимать мяч, сжимаем сильно мяч, приподнимаем совсем немножко таз наверх, ощущаем, что у нас ягодицы подключились, но поясница осталась как будто в гамаке в небольшом висеть. Мы слегка двигаемся тазом вправо-влево, сохраняя провисание поясницы в этом гамаке. В одну, в другую сторону. Подвигались хорошо, шея, плечи расслаблены, никакого запрокидывания головы быть не должно. Вас за макушку, как будто по задней линии шеи вытягивают в одну сторону, за копчиком тянут туда вверх в сторону коленей. В одну, в другую сторону. Мы здесь стараемся сохранить мягкое провисание в пояснице и больше на расслаблении ее. Помним, что к мышцам кора у нас также относятся и квадратные, и многораздельные мышцы спины, к мышцам пресса, поэтому нам нужно над ними тоже поработать. И опускаемся. И сейчас из этого положения мы плавно подкручиваем таз, ощущаем, что у нас подтянулись сфинктеры, подтянулась зона промежности, и мы начинаем подниматься вверх, сжимая мяч. Немного поднимаемся до того момента, пока мы ощущаем этот гамак в спине, и теперь каждый позвоночек обратно аккуратно укладываем. Снова выдох. Плавно приподняли, живот при этом как будто провалился вниз, и обратно медленно опустились. Руки лежат вдоль корпуса, я специально их убираю, чтобы вам было виднее, что происходит. И выдох, опускаемся. Сейчас на верхней точке мы задержимся, пространство между ягодицами и полом небольшое. Делаем вдох, и на выдохе полный-полный выдох. Максимальный, ощутите, что у вас как будто прям живот еще сильнее провалился, и теперь сделайте такой небольшой, но небольшую имитацию вдоха и опуститесь вниз. То есть ощущение должно быть, что вы пережали голосовую щель, чуть-чуть свою, именно пережали, можно заткнуть рукой нос и попробовать сделать вдох после выдоха. Такой маленький вакуум, но не вдыхайте полностью и глубоко, а сделайте на небольшую амплитуду, почувствуйте, как у вас ведут себя органы, буквально на 10% от максимального вдохнуть. Приподнимаем таз немножко, делаем полный выдох и маленький вдох, полный выдох и опуститься.
Этот выдох, он маленький, помогает как бы приподнять немножко органы вслед за движением диафрагмы. Мы не делаем сейчас полный вакуум. Вдох и обратно. И мы не делаем его долгим. Мы просто, потому что, во-первых, мы уже, возможно, все поели, не пустой желудок. Плавно. Подтянули, опустились. Помним, что если у кого-то есть противопоказания к перевернутым позам, то мы таз не поднимаем. И выдох, последний раз, маленький вдох. И опустились вниз. Вот так тоже можно тренироваться. Поднимаемся сейчас наверх, садимся, руками держимся под коленями и вспоминаем наши перекаты на крестец. Мы вспоминаем, как мы опускались медленно вниз, руками придерживая себя за ноги. Ноги могут даже тянуться за вами. Сгибая поясницу, опустились и ногами начинаем давить на руки. Возвращаемся вверх, вдох делаем. Снова на выдохе. Тазом как будто толкаем коврик вперед. Стараемся вот эти косточки, чтобы они у вас повернулись как будто на себя. Туда вот прям вертикально развернули. Живот немножко подтянут. Руками держим. Руки снимают нагрузку с пресса. Если вы чувствуете, что живот встает домиком, значит больше нагрузки на руки. Вниз. Каждый позвонок пересчитываем. Как только что было в мостах, где вы сгибали поясницу, как в гамак. Вот здесь такой же гамак мы стараемся создать, но при этом подвигаться поясницей активно и с активным более включением пресса уже. Но принцип тот же. Подвижение позвонок за позвонком. Вас за макушку как будто кто-то тянет вверх. Постоянно, на протяжении всего движения. Вы опускаетесь вниз и поднимаетесь вверх с вот этим вытяжением за головой. Еще разочек. Вниз опустились, живот подтянули. И вверх за счет рук вернулись. Сделаем это же движение сразу с одной ногой, с поочередным вытяжением. Помним, у нас было оно. Руками чуть давим на ногу, ногой на руки. Начинаем плавно опускаться вниз вместе с ногой, полностью раскручиваться. На вдохе и на выдохе голова приподнимается, между лопаток все пространство растягивается, начинаем давить ногой на руки и вытягивать себя, сели вверх. Снова вниз, опускаемся медленно-медленно, начинаем сваливаться вниз каждым позвонком, но все это на работе пресса. Если чувствуете, что можете меньше давить в ногу, значит делайте это вниз. Вниз, вниз. Опустились и выдох. Нога давит между ногой и животом. Стараемся оставить расстояние. Поменяем ноги. Левая рука поближе к колену, вторая поближе к стопе, правая. И начинаем вниз опускаться. Руки согнуты, слегка держатся за ногу, не повисаете полностью на ноге. Вторая нога может лежать прямой. И на выдохе голова между лопаток все растянули. И постепенно вернулись вверх. Такие мягкие, приятные перекатывания по спине доступны, в принципе, всем. Нет ограничений там при диастазе или еще чем-то. Единственное ограничение – это чтобы у вас не было домика. То есть вы можете распределять давление на руки настолько, насколько это необходимо. Вниз и выдох. Поднялись, остались. Хорошо, на этом мы с вами заканчиваем. Увидимся на следующем занятии.